И в завершении о модном мероприятии этих выходных. Уже в четвертый раз Соборная площадь собирает большое количество талантливых артистов. В эту субботу, несмотря на ветреную погоду, состоялось традиционное мероприятие Fashion Dance Show. Как и годом ранее, организаторами стали девушки из модной студии Crazy Дворца культуры «Мечта». Модный показ лета 2018 они демонстрировали под зажигательные хиты от кунгурских диджеев. Субботний вечер минувших выходных выдался поистине модно-танцевальным. Несмотря на плохую погоду, сильный ветер и хмурое небо, на площади было жарко. Ведь звонкие песни и ритмичные танцы заряжали энергией и позитивом всех присутствующих зрителей. А девушки из модной студии Crazy своими показами напомнили всем кунгурякам о приближении лета, самой теплой и радостной поры. В этом году вновь традиционно одежду для дефиле предоставили модные магазины города. А в качестве вокального сопровождения на мероприятии выступали лучшие голоса кунгура. Тамара Цветова, Тимур Яговкин, Настя Баннова и Софья Ромашова. Зрелищнее мероприятие получилось и благодаря музыкальному сопровождению от кунгурских диджеев. Сами участники шоу отмечают, для молодежи необходимо такие мероприятия проводить чаще. Хореографические коллективы различных направлений, в свою очередь, оправдали название мероприятия и украсили праздник. Прошедшее в городе шоу в первую очередь заинтересовало молодое поколение. Подростки приняли программу на ура, сопровождая выступления артистов аплодисментами и зажигательными танцами.